Рассказывай, показывай, что у тебя здесь. А к Диме вчера приехал шкаф. Да? Бу! Что ты рассказываешь там такое? Мама Диме тут все обшила. Сшила я наволочки вот две. Здесь я обшила. Не обшила, а здесь полностью как бы тут обшито. Полностью вот так вот лежит и до этого. А там сверху матрасик с доской. И сверху этот простынка. Да что ты? Вон, видите, он как падает, он ударяется головой, чтобы этого не случилось. Здесь подушки. Тут одеяло, вот получается, а здесь подушки. Вот. Ну вот он все вытаскивает. Все. Надо будет еще доделывать. Пумочками. Да, да, теперь можно падать, скажем. Да, 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 да. Здесь приехали коробочки, приехал стол, но его еще будет чуть-чуть отпиливать. Вот. Тут тоже книги. Ой, ба, даже... А, нет, я думала, энциклопедии приехали. Ну, они, наверное, тоже приехали. Сейчас сразу надо везти вот все полочки, досочки. Все вот так вот сюда же. Женины родители приедут, они... Ну, надеюсь, я попрошу. Может быть, они поставят. Прикрутят. Если нет, так нет. Посмотрим. Здесь вот грузчики подставили. Давайте мы поставим, а то маленький ребенок, не дай бог, упадет. Да? И какая у Димы еще новинка? Если вы заметили, у Димы довольно темно в комнате. Это значит, что у него появились жалюзи. И теперь тут на балконе стало довольно прохладненько, то есть не так жарко, как было раньше. Такие вот они красивые, прям вообще классные жалюзи. Вот они даже немножечко длиннее, чем само окно. Ну, видимо, специально так делают. Вот. А, ну чуть-чуть вот тут щель есть. Смотрите, какие они классные. Продаются они в Леруа. Мы покупали. Классно, прям все подошли к окну. И теперь у Димы не будет, потому что тут, когда их нет, у него солнечная сторона, и здесь падает солнышко, очень солнечно. И здесь очень-очень жарко. Ну, на самом деле, я сюда хотела поставить свои кактусы. Они у меня обычно на балконе живут. И теперь не поставишь. Тут у нас пока коляска стоит. Вот. Поставили ее сюда после этих... О мошенниках боялись, то, что соседка откроет двери, и мошенники заберут вот эту коляску в обмен на тот стульчик. Там со стульчиком была целая проблема, что-то не трагедия целая. Они его испортили и с нас пытались содрать деньги. Вот. За то, что они его испортили. Либо содрать деньги, половина суммы, либо... сквозняк. Либо, типа, мы вам вернем его обратно, и поэтому я знала, что я не буду открывать дверь. Коляску мы убрали. И ту маленькую убрали, и эту убрали. Ну, я их решила заблокировать. Черный список отправила, мы общались ВКонтакте. И все, и они пропали. И тишина. Вот. Муж говорит, ну, он говорит, они же знают, что мы дверь не откроем. Поэтому, что им ехать-то? Ну, если они приедут в выходные, ты будешь на даче, говорит, я их с лестницы спущу. И все. Ну, никто не приехал в выходные, все супер. Закроем давай. Да. Что тут Дима делает? Ну, он, видите, как он скачет. Лошадка, что ли? Прыг, скок. Прыг, скок. Конечно, так. Я сначала пришила подушку с обычной тканью, наволочку. Он ее порвал, я думаю, как он умудрился. А теперь понятно, как он умудрился. Ай! Сколько счастья! Кита! Конечно, так. Можно удариться головой. Да? Вот так сейчас выглядит у Димы. Поставят эти полочки, повесят. Все эти коробки еще мне придется разбирать. Тут коробочка. Здесь тоже коробочка. Все книжки. Да, 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 да. Да. Давай, показывай.
О, Дима, смотрите, что нашла. Она, оказывается, вон как светится в темноте. А я-то думала, что он днем солнышко напитает, а ночью просто лежит и светит. Я так почему-то подумала. А вон он какой. Бросай. Ну-ка, покажи-ка. Дай-ка. Дай мне его. Как он светится красиво. Вон оно что оказывается. Да. Он еще и пищит. Ой, ну писклявый такой. И кто это здесь такой голодный сидит? Вы посмотрите на него. Он выпил 1,5 коробочки молока. Вот таких вот. Одну такую целую и еще половинку такую. Картошки поел. Половину тарелки съел с морковкой. Помидорки съел 1/4, да? Огурчика чуть-чуть, несколько пластиков. Перчика сырого, да, несколько пластиков. Печеньки поел в молоке. Второй половинки молока и печеньки. Размочил много. Кулачка 2, наверное, где-то. Они разломлены, 2 или 3 даже кулачка. Все, казалось бы, ребенок наелся. Но нет же, посмотрите. Рядом лежал хлеб, и что он творит, а? Что ты творишь? Ты что делаешь, а? И ты до сих пор голодный? Дима, слушай, ну ты настоящий мужчина. Есть, конечно, ты будешь много, да, Дим? И он до сих пор голодный и голодный и голодный. И кто мне там булочку скромсает сейчас всю? А? Дима, ну что это такое за хулиган, а? Mm-hmm.